В Губкинском завершился первый тур первенства Уральского федерального округа по волейболу среди девушек 2006-2007 годов рождения. Напомним, по итогам соревнований сборные, занявшие с 1 по 4 место, получают путевки в финал первенства Уральского федерального округа. В число этих команд вошли волейболистки из Нового Уренгоя и Сургутского района, а также губкинские спортсменки. Аналогичное первенство только среди юношей состоялось в городе Покачиха Ханты-Мансийского автономного округа. Губкинская команда одержала уверенную победу в соревнованиях, не допустив ни одного поражения. Таким образом, на финал первенства Уральского федерального округа по волейболу, который состоится в апреле в Челябинске, отправятся обе сборные нашего города.